Приветствую посетителей сайта MyModel.ru. Сегодня я хочу рассказать вам об еще одном способе создания геометрии. Это очень простой способ. Это операция Bridge. А значит, вот я создал две сферы. И сейчас я выбираю полигоны, находящиеся друг напротив друга. Делаю Grow Selection и выбираю опцию Bridge. Я могу выбрать ее в режиме ребер, Edge или полигонов. Вот она. Значит, что мы видим? Мы видим, что между нашими двумя объектами образовалась геометрическая связь. Это подобно тому, как с одного берега был перекинут мост на другой берег. Поэтому операция Bridge так и называется. То есть, то, что мы делаем, мы перекидываем мосты, скрепляем наши объекты с помощью них. Прежде всего, опции это сегменты. Вот, пожалуйста, мы видим, что возросло количество полигон лупов вот этих. Это наши сегменты, сейчас их 4, нам пока хватит. Далее идет операция твист, скручивание, о ней я расскажу чуть позже. И режим mode, это курв, изогнутая линия, линьер линейный и смув сглаженный. Значит, прежде всего, линьер. Это самый простой тип моста, самый простой режим, прямая линия, прямая геометрия. В Model Quad, это, я думаю, лучше всего будет видно. Кстати, получилась у нас своеобразная гантель. Вот, пожалуйста, прямая. Значит, курв образует дуговую линию. Вот, собственно, она видна здесь. Дуга. Ее можно, ее изгиб можно регулировать параметром tension. Его мы можем увеличивать, уменьшать. И изгиб этот возрастает. Я думаю, лучше всего показать это на примере тороида. Идем в Basic, зажимаю Ctrl и кликаю на Tor, сразу он появляется, Toroid. Значит, выбираю полигоны, чтобы сделать Bridge. И вот что мы видим. Bridge у нас получился немножко неровный, но это не беда, это зависит от выбранных полигонов. Tension я возвращаю на сотню по умолчанию. И вот видим изгиб, стандартный, можно сказать. И увеличиваем его, соответственно, изгиб увеличивается. Режим это Smooth, полностью базирующийся на топологии, режим, который делает перетекание геометрии из точки А в точку Б более плавным. Вот это, по мнению мода, более плавное перетекание. Сейчас я изменю tension, чтобы было чуть нагляднее. Значит, сейчас мы как бы перезагрузим наш bridge. И вот о чем я говорю. Если я буду повышать tension в режиме linear, произойдет вот что. Сегменты, это я перестарался, сегменты, то есть в данном случае наши полигон-лупы, они будут стремиться к центру. Я думаю, если увеличить число, их будет более наглядно. И чем больше параметр tension, тем более близко и вместе они будут находиться. То есть здесь мы уже видим, что они начали сливаться. То же самое равносильно для параметров курв и smooth. Тут видим полное искажение. Возвращаюсь к нашей гантели, чтобы объяснить остальные опции. Это Flip Portion.
нюанс выворачивания нашей геометрии наизнанку. Reverse directions – это изменение направления соединения геометрии. Геометрии, допустим, вот этих edges с этими. То есть теперь у нас этот edge соединяется, сейчас с помощью полигонов покажу, вот с этим edge. То есть как бы с противоположным. Ну и соответственно эти edge тоже соединяются в свою очередь с противоположными. Вот, пожалуйста. Мы это видим. Так, и далее. Сейчас я уберу эту геометрию. Далее я хочу показать вам профайлы. Ну, соответственно, я пропускаю Make UVs, Connection, UV, потому что это аналог для Bevel и для Extrude, и мною ранее это было объяснено. Вот, пожалуйста, профайлы на любой вкус. И нужно, чтобы профайл как бы, как сказать, заработал на полную мощность, нужно поставить число сегментов равным нулю, иначе этот профайл будет создаваться по количеству заданных сегментов. Если их мало, слишком мало, то тогда он будет искажаться. То есть вот, собственно, таким он должен получиться. И опять же, профайлы, они дают нам огромную, великолепную возможность создавать очень интересную геометрию очень быстро. Разумеется, их можно менять интерактивно, и если некоторые профайлы у вас не заработают должным образом, например, будут видны вот такие вот скручивания, деформации, то, или вот, допустим, да, такой вот вариант, рупор, то это все можно исправить. Сейчас я деактивирую профайлы, просто нажимаю на пустом месте. Так вот, все это можно исправить, регулируя расстояние между геометрией, на основе которой будет бридж создаваться. То есть мы можем вот эту выборку edge'ей приблизить к этой, и тогда профайлы будут более логичными и не искаженными. И сейчас вот я покажу вам еще раз Keep Aspect Ratio. Это, собственно, держать форму профайла. То есть его топология при отключенном Keep Aspect остается то же самое число полигонов, но вот их форма меняется. Далее Reverse Inset. Это выворачивание данного профайла наизнанку. Ну так условно скажем. Вот. И Reverse Directions, собственно, тут видно, что происходит. Он изменяется, ну, тоже поворачивается, так скажем. И дальше стоит объяснить профайлы, работающие с бриджем, на более наглядном примере. Этот пример создания плинтуса. Я иду в Basic, создаю, так скажем, элементарную комнату. Так, вот тут нужно деактивировать профайл. И передвинуть вот этот edge чуть пониже. Здесь наш будет создан наш плинтус. Так, значит, мы чуть-чуть уменьшу. И вот, смотрите, я выбираю edge, делаю bridge, проверяю,
что сегментов 0. И выбираю любой понравившийся мне профайл. Ну, это, конечно, не совсем похоже на Plintus, но не беда, можно повыбирать разнообразные варианты и добиться нужного эффекта. То есть вот видно, что достаточно быстро и просто можно создавать геометрию, и достаточно неплохую для создания интерьеров. Кстати, вот одна интересная вещь. При увеличении числа сегментов, значит, 0 это число сегментов, достаточных для повторения формы профайла, когда мы делаем его с бриджем, а увеличение числа сегментов делает эту форму более гладкой и более выразительной. И теперь пришло время вернуться к такому понятию, как твист. Специально оставил объяснение этого параметра напоследок. Прежде всего, твист – это скручивание. И, собственно, при увеличении этого параметра мы увидим результат скручивания. Вот, пожалуйста. Получается такая довольно необычная и интересная форма. Это, кстати, великолепный способ сделать необычную ножку стола, допустим, или стула. Ну, в общем, у этого твиста есть много применений. И, значит, основной принцип, по которому он делается, это то, что меняется течение полигонов, полигон flow, и edge, ну, в данном случае edge, соединяются не с... Сейчас установлю на 0. Не по прямой друг с другом. Вот, допустим, вот этот edge, он по прямой соединяется с этим. Я уже показывал это в reverse directions. Вот. А когда происходит твист, допустим, на один шаг, у нас этот edge изначальный, вот, о котором я говорил, он уже соединяется вот с этим edge. То есть, как бы сдвигается на шаг принцип создания бриджа. Вот, пожалуйста, он сдвигается еще на шаг, и мы видим, что с этого edge идет соединение полигонов уже ко второму. И, собственно, так происходит скручивание, потому что каждый edge соединяется с другим, но уже не с соответствующим edge'ем, а с соответствующим под топологии. Вот, собственно, топология этих сфер одинакова, и мы видим это наглядно, а он соединяется со сдвигом. И поскольку у нас в выборке edge 16, основной, как бы сказать, пик скручивания приходится на шаг 8. Вот мы его наглядно видим, полное скручивание. И дальше, когда мы увеличиваем шаги, мы возвращаемся к тому изначальному результату. Вернемся мы к нему на 16 шаге. Потому что, как я и говорил, эти выборки 16, это тоже, я думаю, полезно учитывать иногда. Вот. И, собственно, сделав 16 шагов, мы вернулись к тому, с чего начали. Вот. И, используя этот твист, можно делать достаточно интересные формы, ну, как я уже и сказал. Вот. Еще чем этот самый твист полезен? Твист полезен тем, что... вот сейчас, кстати, я в интерактивном режиме увеличил число сегментов, не удивляйтесь. Так. Еще этот твист полезен тем, что если у нас выборки до этого совпадающие по числу элементов, то есть, допустим, по числу edge, если они не совпадают, то можно исправлять те косяки геометрии, которые возникают при этом. Сейчас я покажу, о чем я. Так.
эфира. С исправления геометрии я взял сферу с меньшим количеством полигонов, сделал не отверстие, в котором укладывается 8 эджей, и сейчас делаю бридж, наверное, полагаю, что у меня все получится. И что же я вижу? Вижу ожидаемый результат, что соединение геометрии с помощью бриджа, когда с одной стороны мы имеем выборку 16 полигонов, с другой 8, ну то есть больше и меньше, не соответствующие друг другу, получается вот такая вот уродливая топология, которая в принципе в некоторых случаях может сгодиться, но в очень небольших. Нужна какая-то симметрия, красота, и вот с помощью твиста мы можем добиться этой красоты. Значит, я начинаю увеличивать количество шагов и ожидаю чуда, то есть исправления моей топологии. И вот, собственно, я этого чуда достиг. Мы видим, что топология стала симметрична и симпатична. Вот посмотрите, здесь у нас совпадают верхние и нижние эджи, ну и, разумеется, боковые, и получается такая вот симметрия. А, допустим, в других шагах мы видим полное искажение. Вот здесь это все наглядно видно. Полное искажение топологии. Вот, собственно, такая полезная штука, этот твист. И еще один момент, это remove polygons, то есть удаление полигонов. Собственно, этот параметр становится активным, когда мы соединяем бридж, используя полигоны, а не выборку эджей. Вот, пожалуйста, идем в полигон мод, выбираем бридж, и мы видим то же самое, но с возможностью оставлять эти самые изначально выбранные полигоны. Вот такая простая вещь. В течение рассказа о бридже я хотел бы показать более наглядные примеры. Вот, собственно, моя модель, старенькая, даже очень. И у нее есть небольшая проблемка. Нужно соединить вот эти две части. Я выбираю Edge, нажимаю Bridge и возвращаю значение. В данном случае мне нужен только один сегмент, хотя, в принципе, можно и два. Вот. И смотрите, что получается. Здесь мы видим, что рука обтекаемая и более органического вида, а здесь при использовании бриджа она стала более прямой. Можно увеличить количество сегментов, но от этого станет хуже. Можно попробовать курв, но это тоже еще больше исказит геометрию. И тут как раз нас спасает Smooth. Здесь он будет работать лучше всего с количеством сегментов равных 2. Вот, собственно, что мы видим. Довольно неплохой результат, учитывая, что это автоматически созданная геометрия, и обычно она получается не такого хорошего качества, как созданная вручную, то есть подогнанная. Вот. Но это иногда очень хороший способ, бридж, иногда очень хороший способ завершить геометрию. Допустим, существуют более жесткие случаи, когда... Сюда. Значит, вот я сделал кисть, сделал руку по локоть, и мне лень или, допустим, нет времени делать геометрию, соединяющую кисть с телом, с рукой. Я делаю бридж. Так, и тут я вижу какой-то косяк, который сейчас исправлю. Скорее всего, выбралось дополнительно еще несколько эджей. Да. Это я не стал вырезать из видео, просто чтобы вы знали, что бридж довольно капризная штука. Вот. Если где-то выбирается что-то не так, то происходит искажение. Так, значит, я увеличиваю количество сегментов, и тут пробую курв.
здесь этот пример не очень удачен, потому что даже твист нам может не помочь в данном случае, хотя что-то такое получилось, и это что-то можно будет в дальнейшем изменить, слегка подкорректируя размер этих эдж-лупов, сделать более-менее подходящим. Так, ну, такой результат не очень хороший получился из-за того, что уж слишком мало тут эджей, изначально выбранных в предыдущем эдж-лупе. Сейчас я его покажу. Ну, вот здесь. Вот. А слишком их мало, и даже твист нам не смог особо помочь. Ну и последний пример на сегодня. Это моя старая модель, которую я создал когда-то для галереи мода. И на ее примере я хочу показать, как была создана очень быстро геометрия. Значит, как вы видите, тут не хватает сегмента части ноги. Она создается элементарно с помощью бриджа, объединения вот этих двух частей. И дальше задается число сегментов, в данном случае 8. А потом, вновь созданной геометрии, эджи с помощью экструда доводится вот до такого состояния. И издали получается видны сегменты конечностей. Вот, собственно, такой простой способ создать довольно быстро